Добрый день, дорогие друзья. Добрый день на нашем канале «Каждый день добрый день». Канале о жизни нашей семьи, интересных путешествиях, увлекательных поездках, хороших людях, вкусной еде, обо всем прекрасном, что есть в этом мире. Меня зовут Олег. Снимает снова Олег. Рядом Лора, спит Аня. И много прекрасных наших друзей рядом с нами. И сегодня наш канал о водных путешествиях. Не поверите, мы отважились. Посмотрите на это лицо, и вы поймете, что мы отважились. Не отчаялись, Лор, отважились. Мы отважились на интересную экскурсию. Привет, привет. На вот этом волшебном катере. Помните, я вам показывал его вчера? Несмотря на относительно ненастную погоду, конечно, это относительно, нет никакого дождя, штормового ветра, и мы вот такие вот... Да, собираемся с детьми. Ребят, не нужно говорить, что ага, сумасшедшие, с детьми малыми. Вот они, куда мы экипированы. Некоторые экипированы, а мы экипированы. Мы готовимся к этому увлекательному, надеюсь, водному. Да. Блин, на камеру попал неприятный момент. Да, оказывается, мы это все делаем не бесплатно. Шучу. Нас девушки угощают каким-то прекрасным напитком, сиропом, пиво-сиропом. Это даже круче, чем пиво с пепсиколой, да? Да. Вот мы отправились в наше путешествие. Наливай сюда, вот сюда чуть-чуть. Давай, ребят, вот там и вот там на воде это тоже домики. Они поменьше, но прямо у воды, согласитесь, изящно, да, что можно сразу выйти, особенно летом, и прыгнуть в воду. Прекрасная идея. Кто там? Да ладно. А вот, как говорят, та самая деревня, куда мы ходили на козью ферму. Представляете, как здорово? На лодке-то всего ничего, а пешком мы шли, ого-го. Это самое первое в жизни Анюткино путешествие водное. И она его проводит лучше всех. Крепко спит. Приближаемся к какому-то островку. А там вон даже, видите, рыбаки сидят далеко. То есть все озеро. Рыбачка. Значит, рыба есть. Не везет только некоторым неудачливым. Не будем показывать на них. Но рыба здесь есть, это точно. Прибываем к заповедному острову. Да. Ты готова? Давай. Нет. Приключения нет. Продолжаются. Поэтому пойдешь на корабль. Да ладно. Ну как? Что, ее одну здесь оставить? Нет, а чего? Мы можем ее... Не, ну ладно, не хочу. Сходи, посмотри, поснимай. О-ля-ля. Точно не надо. Наш смелый шкипер пожертвовал собой ради того, чтобы пришвартоваться
на этом таинственном берегу. Мы за это ему благодарны. Но это было страшно. Угу. Теперь я боюсь. Кого? Так это надо парами зайти в беседку. Что, детей больше не хотите? Ну я не оставлю ее здесь. Так с коляской давайте. А чего? Там же дорожки. Там же дорожки. Давай, Лор. Уговорили. Давай. Так не проснется, ну не бойся ты, ну. Вот давайте снизу или как? Как ее? Сыночку, может. Ага. О, и Анька пошла желание загадывать. Сейчас. Опа! Все отлично. Такие столбы. А здесь прям что? Статуи остались, у нас клип песняры снимали. Мы их сюда принесли. Слушай, ну у меня почему-то мурашки здесь прям это бегут. Я не знаю. Да? Да. Вот значит, если хотите еще детей, надо в эту беседку зайти, обняться. А лучше переночевать здесь. Пойдем. Ты хочешь еще? Хочу, я хочу. Блин, я боюсь. Сон приснился, ну пойдем, ладно. Мне сегодня сон приснился, да. Что у нас дочка родилась, и мы ее маленькая. Вот она, волшебная беседка. Но здесь почему-то туалетная бумага. Ну. Это кто-то замышлял. Давай. Люблю тебя. Все. Так. Да? Перун серьезный такой. Ну и бог был серьезный. А чему был? Боги, они никуда не деваются, да, ребятки? Вот такой вот таинственный остров. Как я понял, здесь можно даже и переночевать. Такое экстремальная будет ночка, я так считаю. Лора первый вопрос задала. А здесь есть клещи? Да, я люблю застрашать. Но здесь такой сказочный. А Лорка, а представляешь, как здесь зимой, наверное, когда снег лежит на этих елочках, да? А, ух, ничего себе, избушечка полезная. Она вот сразу просыпается, как кто-то слышит, что кто-то из тобой не видит. Что такое? Так. Да, а это, извините. Богиня семьи. Если у тебя что-то есть, быстрее иди скажи. Богиня семьи. Ты второй раз хочешь? Нет, ничего важнее семейного счастья. Только мир, наверное. Да, ребят? Дальше идем. Видишь, вон остров влюбленных. Те самые спаренные деревья. Таинственный остров. С таинственным лесом. Что такое? Подожди, а что это? Что это? А что? Не знаю. Ага. Все, 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 говорит, мы кладем на место. Прекрасные грибы. А мы такие едим обычно. Да я шучу. Ну, наконец-таки. Я знал, что дерево желаний должно быть. Но поскольку ваш гид, дурак, ага. Он потерял одну ленту. Отлично. Так что, ну что и что, у нас а, у нас на семью, да. У вас одно желание на двоих. Вот такое дерево желаний. Завязывается. Спасибо.
О, все же такие высокие. Я пошла ниже. Желание загадала? Да. А как же, Галя? Мы же не просто так повязываем. И все со своими желаниями. Сбываются? Все. Ребята, теперь все наши желания обязательно сбудутся. Мы в это верим. В таком-то прекрасном месте, с такими людьми, разве могут не сбываться желания? Как сказал наш гид, именно в этой избушке исполняются все самые сокровенные желания. Ой! А, актуальные, да. Актуальные желания. Ну, нужно будет воспользоваться такой возможностью. Давайте, говорит, воплотим и эти мечты в жизнь. Ой, какой воздух. Великолепный. Так, а вот тут у нас живет островичок. Так. Вот надо туда посмотреть. Ага. Можно загадать еще одно желание, но это уже как у него настроение будет, исполняется или не исполняется. Давайте. И пролезть между деревьями. О, желание мое не исполнится. А я сейчас Лорку подожду. Мое желание точно не исполнится. Там не камера? Конечно. Камера. Моя рожа там уже больше всех засветилась. Камера на камеру? Так, проходите. Здесь-то точно желание исполнится. Огромная змея? С шершней. В туалете. Вот такие шершни. Они как вылетели. Я вылетела. Лора, я боюсь подумать, какие у тебя желания были, когда туда заходила. Бойтесь желаний своих, Лор. Там, посмотри вон туда. Ага. А что там? Туда смотришь, говоришь желание, ага. И нужно между деревьями пролезть. Я тебя ждал, потому что мне не пролезть между деревьями. Чё, показываю лайфхак. А, все. Вот так вот. А. Давай. Вся надежда на тебя, шершни давай. Шершни за мной не несутся. Да не бойся, все, да шершни закончились. У меня еще сердце не успокоилось. Сердце. Это журчало, ты перепутала. Нет, я голову поднимаю, там вот такие вот. Так а зачем ты подумала голову? Старый, все. Давай. И я приезжаю туда. Ты загадала? Сейчас. Открываю, а там вся стена в гнезде. Обалдеть. И все. Я успел закрыть, свалить. Я еще от стресса нет. Да, я понимаю. Я сейчас пойду туда, мне интересно. Не надо. С камерой. Показать нашим зрителям. Я не для себя. Откуда мать бежала? Да, да, да. Чтобы вы знали, откуда мать бежала. И знаешь, это будет из поколения. Да чтобы вы знали, откуда мать бежала. Вот вот. Да. Один ну, попал, все. Второй бежал. И да исполнится желание ваше. Молодец. Фух. Спасибо тебе. А я пошел. Но, как вы понимаете, мне не успокоиться. Я же хочу посмотреть, что там. О, правда, они огромные. Извините. Да. И тут он понял, что в туалет не пойдет. Это серьезно. Да, теперь я думаю, когда люди будут говорить радости полные штаны, у меня будут свои ассоциации. Я с тобой разведусь сейчас. Ну, я тоже был там, понимаешь, поэтому имею право. Ну, ты видел, какие они огромные? Да, да, да. Как говорится, спасибо этому острову.
Но мы к нам. В усадьбу. Мы отплываем от таинственного острова. Полные впечатлений, эмоций. И еще раз хочу сказать, друзья, желаю вам, чтобы вас везде, даже в самых таинственных местах, ждали только самые приятные встречи. Приятные встречи. Да, Лора? Не обижайся. А что вы хотели? Это природа. Да. Я вообще ничего уже не хочу. Анютка. Она прибалдела. Скажи, я в шоке. Ты такая прям в шоке, да? Ничего, сейчас поплывем домой. О, тебе понравилось, доченька? Не волнуйся, все твои желания обязательно сбудутся. Как мы услышали, глубина этого прекрасного озера, максимальная глубина 26 метров. Столько прекрасной, чудесной, чистой воды здесь. И столько позитивных эмоций. Красота. А у девчонок свой коллектив. Ровесницы. Да? 4 дня разницы. Вот они, девчушки. Они не плачут. И Олег не плачет, потому что пьет. Ну, за здоровье. Ой. Ну хорошо, да, что поплыли? Да. Так выглядят счастливые мамы, у которых на мгновение взяли детей. И вот мама говорит, господи, неужели это случилось? Еще раз спасибо владельцам, создателям, которые смогли сгенерировать это. И хоть Александр вчера сказал, что все родилось само собой, но это, конечно, уникальное место с невероятной энергетикой. Люди создают уникальные места. Спасибо им за это. Ага! Анюки!